Всем привет, мои хорошие. Бегу на зумбу. Надеюсь, что сегодня ничто мне не помешает. Я позанимаюсь, познакомлюсь с коллективом. В общем, мои хорошие, все вам потом расскажу. Сейчас у нас 8:31. Никого нет. Это нужно идти мне вот до самого того последнего дома. И налево. В принципе, от моего дома не так уж и далеко. Ладно, ладно, побежала я. До встречи. Вот мой спортзал. Как мы занимаемся? Там зеркала, там раздевалка. Мои хорошие, день рождения. Решила показать вам свой коллектив. День рождения, значит, у одной из наших девочек. И вот так вот тренер купил тортика и поздравляет. Мы сейчас будем так сидеть. Видите, какие у меня девочки хорошие. Чок, зельчок, энерджи. Ой, не знаю, похудела или нет, но мне лучше стало. Похудела или нет, но я не на диете, кушаю. В основном стараюсь. Я утром всегда кушаю прополис, я приготовлю. Здесь, кстати, очень интересно и очень полезно. Почему? Потому что уже 2 года я ее принимаю. И мы с мужем не знаем, что такое грипп, простуда, ангина вообще. Ну, как-нибудь сниму ролик на эту тему, конечно. И вот я каждое утро нам сказали по стакану под грифовского сока свежевыжатого выпивать. И вот так вот я иду, зарядившись энергией, буду сжигать свои жиры. Я хотела давно показать вам наш зал, мои хорошие. Я прихожу всегда с утра. Сижу здесь. Раньше всех, впервые всех. Здесь вот колонки такие. Сейчас работает кондиционер. В общем, также у нас есть там раздевалка и туалет. Но душа здесь нету. В общем, вот такой вот зал. Сейчас уже приходят девочки. Они все после 9 сразу толпой. Ну что, буду заканчивать, начнем заниматься.